Добрый день, дорогие ачинцы. От имени депутата законодательного собрания, как житель города Ачинска, я не буду повторяться, что сделано. Вы сами видите, как за этот год прошедший, 2021 год, что город фундаментально у нас изменился. Какие вливания сделали и со стороны губернатора, со стороны правящей власти, это законодательное собрание. Это наш Русал, который один в нашем городе поддерживает всех жителей нашего города своими вливаниями. Не больше ни одна организация из градообразующих. Это не Роснефть, будем так говорить, не железная дорога. Столько не помогает, столько не вкладывается, как наш Русал. Вот от имени, еще раз говорю, депутатского корпуса желаю вам всем хорошего настроения, благополучия, чтобы все были здоровы и встречали наступающий Новый год. Спасибо.